Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы в гостях у заведующей дерматологическим кабинетом врача-дерматовенеролога Таганцевой Ирины Александровны. И хотим поговорить сегодня с вами о родинках. Родинки могут возникать на любой части лица или тела. Когда их становится слишком много или они располагаются в не очень удобных местах, хочется родинку удалить. Как это правильно сделать, и расскажет Ирина Александровна. Ирина Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли самому удалять родинки? Самому удалять родинки ни в коем случае нельзя. Для этого есть врачи-дерматовенерологи, хирурги, онкологи. Пациент должен записаться на прием к дерматологу, провести дерматоскопию и только после этого удалить образование. Ирина Александровна, а что делать, если я случайно травмировала родинку? Если вы случайно травмировали образование, нужно заклеить лейкопластырем локально это место и обратиться к врачу-дерматологу. Врач-дерматолог проведет дерматоскопию и решит, каким методом нужно удалить это образование. Расскажите подробнее о методах удаления новообразований. Методы удаления новообразования – это с помощью лазерного оборудования, радиоволнового оборудования, диатермокоагуляции, а также хирургическим иссечением. Все, что будет удалено у пациента, будет направлено на гистологию, где будет поставлен окончательный диагноз. Ирина Александровна, а остаются ли шрамы после удаления родинок? Образование удаляется в пределах здоровой ткани. Образование заживает первичным натяжением. Сперва будет небольшая корочка, корочка отпадет и останется бледно-розовый рубчик, который будет нормотрофический и совершенно незаметен на коже пациента. Ирина Александровна, а можно ли ехать на море или загорать после удаления родинок? Нет, ни в коем случае. Нужно обязательно сперва съездить в отпуск, а потом уже решить, как вы будете удалять, чем вы будете удалять и где вы будете удалять. Ни в коем случае нельзя после удаления попадать под солнечные лучи с корочками и со свежими рубчиками. Спасибо большое, Ирина Александровна, за ваши ответы. Было очень интересно. Дорогие друзья, если вас беспокоит новообразование кожи или вы хотите удалить родинку, вы можете проконсультироваться со специалистами нашего центра. Для этого можно записаться на консультацию по телефону единого контакт-центра 8495-212-0713. Подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте лайки и будьте в курсе новостей. Всего доброго, будьте всегда здоровы!